2 апреля 1970 года на крупнейшем энергообъекте Приморского края, Владивостокской ТЭЦ-2, были запущены турбина и два котла. В этот день она произвела первые 100 мегаватт мощности. Сейчас станция – основной источник электрической и тепловой энергии для Южного Приморья. 22 апреля 1975 года Находка и Окленд стали городами-побратимами. Договор о породнении подписали председатель исполкома Куксов и американский мэр Ридин. С того времени города посетили десятки делегаций из обеих стран, представители разных профессий. Третьего апреля 1918 года родился Борис Константинович Шибнев, будущий биолог, этнограф, орнитолог, член Русского географического общества. Почетный учитель Пожарского района, создатель дендрария и экологического музея в селе Верхний Перевал.